Пока одна наша съемочная группа изучала будущий туристический объект, другая вместе с пятиклассниками посетила существующий Красночитайский музей «Человек и природа». Музей в селе решили открыть в 1977 году. Тогда и начали собирать старинные предметы, которые отражали быт и культуру чувашского народа. С тех пор их накопилось на несколько залов. Прикоснуться к истории в музее можно в прямом смысле. Экспонаты разрешают трогать руками. А на днях в музее открылась необычная выставка «Чувашские женщины. Сестры амазонок». Она показывает, как видели чувашские костюмы, вышивку, орнаменты американские исследователи. Они работали в этих краях в 90-е годы. Свои научные труды ученые увезли с собой, но остались фотографии.